Ну чё, впервые с прошлой осени, полгода прошло, спускаемся во овраг. Лестница, конечно, нуждается в ремонте явно. Сейчас посмотрим, что с нашими посадками. Целы ли они вообще? В каком состоянии находятся? Так, немножко волнуюсь, конечно. Так, ну издалека. Вообще все забыл. Я даже забыл, сколько их штук было. А, вот. Вот они. Места наши. Вот. Там. Ну, не знаю. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я обычно так подходил. Так, что здесь? Что здесь? Так, здесь чудо. Листья. Смотрите. Ха-ха-ха. Листья. И тут тронулся. И здесь тоже. Не знаю, на тот, по-моему, наступили, что ли. Да, вот тот нижний какой-то такой, вот наклоненный. Ну, он так прет. Да, как-то их положить. Так, ну ладно. И вот тут вот. Я даже забыл, сколько их штук должно было быть. Вот честно скажу. Хоть другие ролики смотри. Ну тоже, я вижу зелень уже издалека. О как. Смотрите-ка. Ну что, не самый плохой вариант, скажем так. Правда, я вот не помню, сколько их было поштучно. Ну ладно, все. Что дальше? Надо какую-нибудь принести ленту и ленты перевязать. Ну, прикольно, конечно, прикольно. Еще раз посмотреть. Смотрите. Листья настоящие каштановые. И вверх идет. А тут вот надо что-то понатыкать будет. Этот хорошо. А вот этот почему-то наклонившийся такой. Не знаю, возможно, по нему зимой прошли. Обидно немножко. Ну все, ладно. Не самый плохой вариант. Надо прийти и понатыкать палочек. Все. Слушайте, я помню, что еще один должен был каштан быть. Вот, смотрите. Хе-хе-хе, нашли его. Стоит без загородок, без всего. Одинокий такой. Сейчас мы ему палочками понатыкаем тут. Вот, все-таки память еще есть. Значит, 4 штуки.